особенно сказать вам нечего, друзья. Я, признаюсь, никогда не читал лекции и сегодня тоже не собираюсь это делать, поскольку не являюсь лектором, в первую очередь. Второе, конечно, не может не вызывать радость ваше желание найти себя в профессиях, связанных с телевидением. Это мне, как сотруднику телевидения, крайне приятно и радостно. Судя по всему, судя по тому количеству мобильных телефонов, которые у вас сейчас в руках, вы люди технически оснащенные, большинство современные. И надеюсь, что наша беседа пройдет в формате веселого, интересного диалога. Интересного. Собственно, о чем и говорит выражение лица Виталия Леонидовича. Виталий Леонидович, к вам кто-то зашел? Нет. Я так понимаю, да. Что это квартира с той стороны? Вам нужно... Нет, это... Так. Вот, что касается... Поэтому я предлагаю все равно, наверное... Вы извините, я сейчас сяду, просто обычно да, у меня да, передачи, да. Как и вообще на формате вечерних шоу, гость всегда сидит чуть ниже, чем ведущий. И вот я первый раз оказался в ситуации, когда не просто гости, не просто люди, с которыми я буду разговаривать, сидят выше, а сидят выше на два этажа. Вот, поэтому я сейчас привыкну и тоже сяду. И готов с удовольствием отвечать на любые ваши вопросы. Я не знаю, что вас интересует. Мне вообще этот процесс обучения работы на телевидении кажется крайне интересным. И для меня сейчас необычно, поскольку я получал высшее образование не в профильном учреждении, а в совершенно другом, где таких аудиторий вообще не было. Академия-то была театральная. Мы бегали в черных трико друг от друга по коридорам. В основном в этом происходило обучение в северной столице нашей страны. Поэтому с огромным удовольствием я отвечу вам на любые ваши вопросы, которые вас интересуют. Что касается телевидения, для того, чтобы понять, что это такое, собственно, здесь я не изобрету никакой велосипед, нужно попробовать на этом поработать. И вообще очень, мне кажется, это одна из важнейших аспектов именно этой профессии. Это практическое применение. Теоретически изучать телевидение это крайне странно. Годы выдержки вашего руководителя позволяют ему не замечать эту штуку. Меня, как интеллигентного человека, это тревожит. Как законопослушный... Сейчас там успокоит. Как... Извините, Сергей Иванович, у меня... Включите газ, пожалуйста. У меня просто... Спуститесь туда и скажите, что эту дверь... На ближайшие полтора часа никто не откроет. И если они будут стучать и мешать учебному занятию, то сюда придет проректор ВЖЖ или их деканы. Это поклонницы вашего таланта. А почему вы себя вычеркнули из списка? Своих я знаю в лицо. А, нету ключа. Нет, ты им сейчас скажешь. Это просто... У вас ключ? Дайте. Так, давайте начнем. Если что, есть ключ. Есть ключ? Конечно. Если давайте их пустим, посмотрим на их лица. Нет. Я думаю, поспокойно. Вдруг они, Виталий, а вдруг они профессию поменяют? Виталич, ну пустите. Под мою ответственность. А, все оттуда, да? Да,
пожалуйста, давайте. Это, ну, я уже скажу пару слов, и я прошу действительно тишины. Кстати, вот если сейчас дальше будет так проходить наша встреча, то в следующий раз просто мы будем приглашать с телевидения людей третьего помощника, пятого продюсера. Это учебные занятия. И не нужно... Мы находимся в университете, а не на площади звезд. Мы пригласили к вам человека, который, безусловно, очень известен, но мы его пригласили не поэтому, потому что он профессионально очень успешно работает на телевидении. Для того, чтобы вам рассказал нечто, что вы, может быть, не знаете и никогда не узнаете. Давайте на этом сосредоточимся. К сожалению, телевидение, как я многократно говорил своим студентам, перекрывает помощи образования. И вот студенты, которые там толпятся, они не с нашего факультета, они должны быть на своих занятиях и слушать нобелевских лауреатов, которые им читают лекции в разных аудиториях Московского университета. Вот какова мощь телевидения. И вы приложили к этому руку. Ну, естественно. Зачем вы это сделали? А что, зачем я это сделал? Я читал ваши критические статьи. Вы вообще достаточно серьезно относитесь. Я с вами готов поспорить здесь, понимаете? Вообще, большой вопрос. Благодарю. Дело в том, что большой вопрос. Мне сложно ответить на вопрос, как можно научить телевидение, что надо изучать, и как себя подготовить к тому моменту, когда ты окажешься на телевидении. Особенно в тот самый отрезок времени, когда вообще непонятно, где телевидение начинается, где оно заканчивается. Поскольку для большинства из вас, для меня, я ехал к вам сейчас сюда на метро и... В отдельном вагоне? А? В отдельном вагоне? В последнем вагоне. И вы знаете, я поймался на мысли, что я смотрю телевизионную программу на экране моего смартфона, потому что для меня произошло большое событие за океаном. Вот буквально этой неделе один из моих любимых телеведущих, Дэвид Леттерман, который отчасти изобрел тот жанр, в котором я веду свою передачу, где-то в начале июня он покинул пост, и вот произошла пересменка. Это там, для Соединенных Штатов Америки, которые являются в этой области законодателями модного телевидения, это большое событие. И я понял, что неожиданно, значит, где-то я прочитал, что все, вышел новый ведущий, новое шоу, и, конечно, последнее, что я сделаю, я включу телевизор в этот момент. Я возьму свой этот смартфон или выйду в интернет, или найду способ, не дожидаясь телевизионной программки. Вообще, телевизионная программка – это умирающий жанр. По крайней мере, ну вот в том виде, в котором мы ее привыкли видеть. И я посмотрел ровно там те фрагменты, которые я хочу увидеть. Это такое избирательное телевидение, которое... каким-то невероятным темпом развивается. Мог ли я себе представить, когда я пришел на канал MTV, даже не на канал MTV, на пятый канал в Петербурге, когда я первый раз попал на телевидение? Конечно, это представить себе было невозможно. Я провел все детство в позе, которую не могу вам показать сейчас, лежа перед телевизором. И к телевидению отношусь с огромным уважением, пиететом и радостью. Но сейчас, как мне представляется, это все будет трансформироваться во что-то новое. И во что мы... представить себе как крайне сложно. Вообще, где заканчивается телевидение и начинается интернет. Как мне представляется, мы уходим в сторону от трансляции того контента, который производится на телевидении. То есть вот от больших ретрансляторов, там телевизионный первый канал, второй канал, телевизионные станции. Мы уходим в сторону производителей. Потому что если ты произвел сейчас что-то интересное, ты можешь это сделать при помощи того же мобильного телефона или при помощи своего друга, который тебя снимает на телефон. И если ты это тут же выложил в интернет, и если это интересно, талантливо, смешно или остро, или серьезно, но самое главное, это вызывает интерес у зрителей, то, в принципе, это уже и начинается, ну, в той или иной степени телевидение. Потому что это... Если это здорово и весело, я, как сотрудник государственного телевидения и большого канала, найду в интернете и покажу в своей программе, как пример того. То есть за меня выполнили работу, а я это показал, и на этом воровстве заработал себе свои жалкие очки. Об этом могут начать говорить все. Этот человек может оказаться
за очень короткое время популярным не только в интернете, но и, опять же, в телевидении. Вот эта вот грань, она, как мне кажется, стирается, смывается. И, соответственно, очень сложно понять, что нужно для того, чтобы выглядеть на фоне колоссального количества людей, которым не нужно совершенно поступать в высшую школу телевидения при Московском государственном университете, а достаточно приобрести любую камеру, встать перед ней, и телевидение тут же начнется. Вот что нужно, чтобы отличаться от всех остальных? Потому что, конечно, сейчас возможность конкуренции и донесение этой информации, как мне представляется, очень сильно ускорилось и сократилось. Вот здесь, как человек, который не имеет телевизионного образования, и все, что я знаю о телевидении, я узнал непосредственно на самом телевидении, как мне представляется, лежит в плоскости очень простых вещей. Лучше быть образованным, чем необразованным, лучше читать больше книг, чем читают те люди, которые вместе с тобой, или рядом с тобой, или параллельно с тобой пытаются что-то делать. И это всегда тебе поможет, выгодно выделит тебя среди сверстников. Начитанный мальчик, так говорили про меня в школе и в институте. Хорошо посмотреть то телевидение, которое существует в мире, разное. Ну, то есть быть всеядно образованным. Как говорят многие композиторы, для того, чтобы писать хорошую музыку, надо слушать много музыки другой. Для того, чтобы снимать большое количество фильмов, хороших или просто небольшое количество, но хорошие фильмы. Желательно тоже увидеть несколько примеров хорошего кинематографа. Как известно, был случай, когда молодой человек работал в видеопрокате. Так любил фильмы, что посмотрел их все. После этого снял фильм «Бешеные псы» и стал Квентином Тарантино. Приблизительно, вот мне кажется, что этот путь какой-то, и если у вас что-то есть такое, что позволит вам определить, что в вашей судьбе должно появиться телевидение или все что угодно, потому что мне кажется, что вот это вот телевидение, кино, сейчас телесериалы стали гораздо интереснее, гораздо лучше, чем многие кинофильмы, дороже, и их стали показывать в кинотеатрах. Я знаю московский кинотеатр, который транслирует телесериалы, можно прийти посмотреть новые серии Game of Thrones, вашего любимого сериала. Вот. Соответственно, вот все, это все меняется, это все быстро, и это все невероятно интересно. И тут самое главное быть подготовленным, собранным и успеть. Когда тебе предоставляется какой-то небольшой шанс, нужно развить себе желание творить. Я отношу телевидение исключительно как к творчеству. Мне судьба моя и жизнь помогла в виде там, той передачи, которую я делаю, и там у меня их несколько, но вот одна основная, которую я делаю. У меня есть творческая команда, в которой мы занимаемся. Все это молодые, очень талантливые, очень веселые, очень легкие и достаточно такие торопливые ребята. Все эти ребята вместе со мной, мы садимся и в состоянии гомерического хохота начинаем придумывать то, что иногда частично попадает на телеэкран. Так я себе когда-то это и представлял. Когда мне казалось, а вот было бы здорово, если бы я на телевидении какую-нибудь программу снимал, как было бы здорово что-нибудь придумать и сразу это воплотить. И вот тут начинаются телевизионные плюсы. То, что отделяет телевидение от кино, от театра. И, ну, интернет, конечно, интернет, потому что если ты показываешь что-то на телевидении вот в данный момент, то охват намного больше, чем если ты это покажешь в интернете, если у тебя отсутствует большое количество подписчиков на старте. На мой взгляд, основной плюс – это скорость. Скорость, которая и отрезок, который проходит между тем, когда ты что-то придумал, и тем, как это появилось в эфире. Большинство самых веселых, интересных, на мой взгляд, и радующих меня, как человек, который продюсирует эту передачу, идей, придумок и сюжетов, чего угодно, происходит непосредственно за несколько часов до того, как это видите вы, если вы, я надеюсь, иногда смотрите это по телевидению. И чем короче вот это расстояние, тем мне, лично мне, от этого становится радостнее и лучше. Кинематограф совершенно другой, это долгий процесс, творчество, непонятные ожидания, размышления, монтажа и прочего-прочего. Есть на телевидении, конечно, жанры, такие как сериалы, как документальные фильмы, которые требуют этого. Я надеюсь, что я очень люблю прямой эфир, в
котором мы не выходим, но выходим вот в таком режиме, когда мы где-то за там, несколько часов, поскольку у нас большая страна, в нашей стране для того, чтобы кто-то увидел что-то на Урале, то, что мы показываем здесь вечером, нам нужно снять достаточно рано, часов в 5 вечера, и уже это может вот уйти туда. Несколько раз мы снимали на Олимпиаде, мы снимали в Санкт-Петербурге, у нас не было времени готовиться, и когда ты понимаешь, что у тебя нет возможности для монтажа, нет возможности для того, чтобы что-то исправить, и самое главное для меня, как для человека, который может сказать глупость в эфире, и не подумав, нет возможности эту глупость тоже вырезать. Хотя есть специалисты на Первом канале. Специалисты есть. Все, да? Я имею в виду... Не-не-не, ну что, вы я все понял. Ваша интонация, вы тон и поза мне все объяснили. Хорошо. Смысле вступления. Да, значит, у нас есть вопросы от наших студентов, как это делается всякий раз. Но нужен живой эфир и общение, поэтому я предлагаю чередовать. Я с вашего вторника сделал, как вы скажете. А для начала хочу задать вопрос, и он очень прагматичный, потому что все должны это понимать и знать из уст того, кто, собственно, этим занимается. Вы можете описать примерный график вашей жизни и работы вот на следующую неделю, он же уже расписан, программы, когда встаете, чтобы люди поняли, насколько это веселая и легкая жизнь, либо как каторга, но веселая. Ну вот. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Ничего сложного в том, что я делаю, нет. Это первое. И я не отношусь к этому никак к каторге, и бравировать своей невероятной занятостью на телевидении мне представляется очень странным. Я мало встречал людей, которые говорят на телевидении: старик, ты понимаешь, я круглосуточно в эфире, и мне приходится отвечать: Андрей Малахов, ты сам выбрал этот путь. Все зависит от того, как ты делаешь, с кем ты это делаешь. Ты можешь устать, если ты делаешь одну передачу в месяц, чувствовать себя изнеможденным, истощенным, недовольным и, самое главное, творчески неудовлетворенным, даже если ты раз в год делаешь передачу, неважно. Зависит не от передачи, а от того, как ты ее делаешь, с кем ты ее делаешь, и в каком темпе ты ее делаешь, и что ты при этом ощущаешь. Когда мы начинали вот эту передачу, которая отнимает у меня наибольшее количество моего свободного времени, снято на данный момент 504 выпуска за 3 с небольшим года, это достаточно большой объем передачи, я могу рассказать, как это все происходит. Приезжаю в Останкино, поскольку у нас офис находится в Останкино, где-то всегда по-разному, ну, скажем так, 11-12, иногда это бывает час. Знаю, что моя команда уже в 11, по-моему, часов утра, или в 10.30, по-моему, в 11, уже провела большое творческое совещание относительно того, что будет сегодня, и, может быть, что-то будет завтра, то есть разбирается сегодня день. Я приезжаю, захожу в свой кабинет, сбрасываю шубу на пол, ко мне заходят, и дальше, вот, понимаете, мне было бы очень как бы радостно вам рассказать, что и начинается творческие совещания. По одному я вызываю руководителя департамента. Этого не происходит. Я после этого захожу в комнату, где сидят авторы, ложусь на диван, беру в одну руку соленый крекер и начинаю о чем-то разговаривать. Они начинают ржать, потом они мне что-то говорят, я начинаю ржать. Так проходит минут 20. Авторов сколько? Сколько авторов я пытаюсь одновременно посчитать в этот момент. Но в той комнате, в которой я схожу, их 4 человека. И среди них главный автор. Мой главный автор, креативный продюсер нашей передачи. По дороге я вычитываю то, что мне прислали относительно сегодняшних гостей. Вот я могу, давайте мне проще даже сказать, что не то, что будет на следующий день, как был вчерашний день. Вот вчерашний день наиболее показательный, поскольку вчера был такой сложный день. Мы по четвергам снимаем 2 программы. Одну мы снимаем на четверг, вторую мы снимаем на пятницу, на сегодня. Потому что я себе вырвал эту пятницу, чтобы быть с людьми. Значит, начало съемок в 14.30. Я приехал где-то к 12. Я приехал, сразу пошел на грим, потому что в 12.30 мы снимали сюжет про автомобиль ВАЗ-2101, который мы делали прямо на улице внизу. Значит, вот это юбилей был... Юбилей выпуска этой машины. Да, позавчера было 45 лет. Здесь немногие знакомы с этим. И к счастью, Виталий Алексеевич.
Вот, значит, был придуман вот коротенький сюжет, к нам привезли эту машину, мы взяли торт, взяли камеры, вышли на улицу прямо у Останкина, сняли это в час дня, в 14:30 это было уже на съемках программы. Программу пишем так, чтобы максимум 2-3 минуты был перебор. То есть традиция отечественного телевидения, вот тут, я думаю, вы меня поддержите, заключается в том, чтобы все программы, которые выходят не в прямом эфире, писать по два, на 2 часа больше, на час больше, чем она занимает в прямом эфире. И в моей жизни это происходило постоянно. Я помню, как мы... И это бесконечный процесс. Ты можешь ждать, ты можешь стоять. Это все крайне неорганизовано. Это то, что я пытался искоренить как продюсер в своей программе. Поэтому мы пишем программу в 14:30. Естественно, мы начали в 14:45, 14:50. Но стараемся писать и в 14:30, вот как вчера. В гостях была Лариса Долина. В гостях был... Были какие-то сюжеты, был сюжет вот тот, который мы сняли до этого. Есть у меня монолог, который пишется авторами. Так получилось, что вчера я не успел зайти наверх, потому что я снимал автомобиль внизу. Значит, авторы пришли вниз. У нас есть уже прямо около студии. Я зашел в студию, мы что-то отрепетировали и начали снимать. Сняли. До этого в студии шел, у меня есть везде телевизор, на которых я вижу, что происходит в студии. Лариса Долина с Игорем Бутманом репетировали музыкальный номер с группы «Фрукты». Они его отрепетировали, и мы записали целиком сразу всю программу. После этого мы сделали маленькую паузу минут на 20, за время которой я сходил к Никите Сергеевичу Михалкову, который приехал, который будет сегодня в гостях. Мы с ним обсудили. Он был здесь и вызвал несколько меньший ажиотаж, чем вы. Посмотрите сегодняшнюю программу, все вернется. Значит, это не мне это. Пришел Никит Сергеевич. Если я во ВГИК пойду, я думаю, тоже я вызову меньше ажиотаж, чем Никита Сергеевич. Пришел Никита Сергеевич, мы с ним что-то обсудили, поговорили. После этого начали писать сегодняшнюю программу. Она дольше, она идет 45 минут, мы ее записали. В процессе этой программы было понятно, что нужно что-то монтировать, но это проще, потому что она выходит лишь сегодня. И монтаж, и выгон этой программы. Вы знаете, что такое выгон программы? Да. Продолжайте. Да. Выгон программы – тот самый момент. Зоологи, физики, химики, они не все знают, но если все специально будет... для зоолога. Хотя зоологи мне должны, конечно, знать, что такое выгон. Значит, ну, в общем, это тот самый момент, когда уже все, когда у тебя есть мастер. Что такое мастер, вы знаете все прекрасно. И, соответственно, это то, что уже не меняется, то, что несется на эфир. Причем, что удивительно, это по-прежнему носится физически. Вот это... Девочками. Конечно. Это самое выгодное для карьеры начало работы. Нести мастер. Самое выгодное, и вы тоже должны нести не мастер, а мастера. Для девочек вот это лестница сразу в небо. Значит... В общем, в результате мы сняли программу с Ларисой Долиной, с Никитой Михалковым, где-то это было уже, пожалуй, группа «Серебро», которая будет выступать после Никиты Михалкова, была записана во вторник. И после этого еще мы сняли кусок программы, которая будет идти в понедельник, где у нас будет замечательный парень, который неожиданно для всех выиграл 110 метров с барьерами, стал чемпионом мира. Просто в одну секунду. Талантливый, молодой, очень веселый и очень телегеничный, кинематографичный и привлекающий к себе внимание. Мне кажется, он будет большой звездой. Вот его бы я отправил через какое-то время точно, как это традиционно бывает среди спортсменов, в Государственную Думу. Но мне кажется, что он сможет там действительно принести какую-то пользу, потому что он какой-то очень-очень непохожий на типичного спортсмена человек. Вот, и это все закончилось, соответственно, где-то половина седьмого. Это, если рассматривать это по... брать наш средний обычный день, это самый загруженный день. Две с половиной программы было записано. Простите, а про выгон? Тише. Спокойно. Какой термин выгон? Сейчас все скажу. Спасибо. Есть? Я смотрю, у вас студенты разных возрастов. Значит, как говорится, никогда не поздно. Я сейчас попытаюсь рассказать, я просто сам, меня скорее Витальевич поправит, потому что я в этом смысле... Значит, выгон – это тот самый момент, когда смонтированная программа окончательно, то есть уже все произошло, сведен звук, внесены все правки редакторские, выгоняется из монтажной, в данной ситуации все гораздо проще, это компьютеры. Вот уже вот стоит система компьютеров, в них находится вся программа. И вот эта программа выгоняется на носитель.
Это может быть мастер, это может быть... Это может быть диск, это может быть все что угодно, неважно. Это есть выгон. Что происходит на этом выгоне? На этом выгоне находятся представители служб канала, которые смотрят, не посмотрели ли в творческом запале сотрудники передачи «Вечерний Ургант», не просмотрели ли они что-то, что может повлиять на репутацию канала или что является техническим браком. Это не связано с... произнесением крамольных фраз, призывом к свержению действующей власти или матерным словам, или частушкам. Это связано исключительно, в том числе и с этим, но чаще это связано с техническими особенностями и прочими вещами. И вот когда этот выгон происходит, уйдет он ровно столько же, сколько идет сама программа. На нем присутствует шеф-редактор программы, естественно, монтажеры, кто-то от канала. Вот заканчивается этот процесс, и в этот момент девочка, чье имя никто никогда... не знает, но я знаю, у нас это помощник режиссера, который зовут Кристина, она берет эту кассету, по-моему, это кассеты у нас такие, в зависимости от того, сколько времени осталось до эфира, от этого зависит скорость, с которой она бежит, она отправляется туда, откуда эта кассета будет уже выходить в эфир. То есть, что называется, наверное, эфир, так мы это и называем, эфир. Находится в другом... Иван Ильич, у меня просьба на объяснение технических терминов, понятия, не отвлекайтесь, потому что наши студенты это знают, а просвещать... А зоологи не знают никогда. Да, просвещать других, но пусть запишутся к нам на дополнительные курсы, просто мы время потеряем. Хорошо. Но это один день, это вы сняли там 2,5 программы, но одной. Но у вас еще есть это кулинарное, есть какое-то кино, просто вот... Все-таки что касается выходные, выходные существуют? Существуют, конечно. Существуют. Вот воскресенье будет выходное. Вот завтра будет какой-то выходной. Сегодня я буду записывать передачу «СМАК» с западногерманским артистом Тилем Швайгером в 6 часов вечера. Так, для чего это Тилю Швайгеру, я понятия не имею, и мы это посмотрим. Вот в связи с Тилю Швайгером, тогда у меня последний вопрос, и переходим к этому. Прошу вас. В течение этой недели, как часто вам звонит, либо лично спускается в вашу эту комнату, где вы лежите, Константин Львович, и тайно передает вам сигналы высшей власти, своей собственной, говорит... Вот Швайгера мы тебе привезем. Швайгер без всякого участия Константина Львовича появляется? Ну, да. Вы имеете в виду, какова вовлеченность высшего руководства канала в творческий процесс? Или вообще в процесс съемок нашей передачи? Нет, процесс съемок, понятно, что это не следует. Дело в том, что все зависит от руководителя. На нашем канале отдельно руководитель играет достаточно... серьезную роль и вникает во многие творческие процессы, что делает ему честь. Он не отпускает это на самотек, не доверяя какие-то вещи людям, которые могли бы быть за это ответственны. Но у нас есть определенные выработки с ним отношения. У него есть мой мобильный телефон, у меня есть его мобильный телефон. И, в принципе, мы находимся в одном здании. Вот. Поэтому какие-то вещи, какая-то... Ну, как часто там за... 5 рабочих дней. Я не знаю, один раз, два. Это не так, чтобы я, к счастью, как я слышал когда-то было, чтобы я приходил со сценарием программы и вычитывал его группе интеллигентных людей, которые с заинтересованными лицами это все слушали и говорили омерзительно вон отсюда. Такого не происходит, к счастью. Так, все, как мы договорились с Иваном Андреевичем, я буду выбирать вопросы, их много, он просто будет терять на это время. Отсюда те, что заготовили наши студенты, магистранты. Один вопрос из этих бумажек, один вопрос живьем из аудитории. Один, а не 22 за одну попытку захватить микрофон. Александр Аглай, первый курс бакалавриата, то есть вот только что... Еще весной она сидела на школьной скамье. Давай так сократим. Еще весной она сидела. В этой связи у меня дополнительный вопрос. 4 автора и вы. 5 человек. Авторов больше. 4 автора только в той комнате. Ну, как минимум, для простоты возьмем. 5 человек. Ну, да. Из того, что выходит в эфир и реально видят телезрители, я иногда смотрю вашу программу,
Ну, я пишу при этом на компьютере, но у меня фоном... Я читал. Фоном у меня идет, да. И меня, вот, значит, это 100% весь объем программы произнесенных слов и шуток. Сколько из этих 100% приходится на вас, а сколько на остальных авторов, а суммарно они 80%, а вы 20%. Ну, если, вы имеете в виду, если разделить человеческую массу на количество глаз, да, или носов, это зависит. И доли это зависит. Проб. Во-первых, вы поймите, это очень сложный процесс, который, если честно, в нашей стране, он пока его никто серьезно не воспринимает. Я имею в виду, что поскольку тот формат, который мы делаем, он пришел все-таки из Соединенных Штатов Америки и зародился там очень давно, в 50-е годы. И первый раз провалился на отечественном экране. На отечественном экране он не провалил. Нет, провал — это когда выходит программа и на следующий день ее снимают. Или ее сняли там через... Ну, полтора года она выходила. Ну да, но не суть. Мне кажется странным тратить время обсуждать, почему провалился тот формат. Это было объяснено. Угольников был тоже на нашем факультете. Он тоже об этом... А, объяснил, да, почему провалился? У вас есть отдельная серия лекций, как я провалился и почему. Он объяснил, как ему кажется. Какой был успех Брестской крепости. Много вот было. Об этом он так действительно может рассказать. Об этом что касается... то есть существует, ну, как сказать, понимаете, очень тяжело и неблагодарно говорить про юмор, как про схему, но тем не менее, у нас только начинают появляться такие явления, как стендап-комедия, да, когда выходит человек, и все знают, что у него есть написанные... не знаю, 35 шуток. И дальше вопрос, как он их произнесет, будет ли это ощущение, что он их написал позавчера, будет ощущение, он ли это написал или ему их дали. И вдруг у кого-то возникнет ощущение, что он их взял и придумал вот сейчас. Это зависит от исключительно таланта и особенности того человека, который это делает. Поскольку то, что мы делаем, мы стараемся, чтобы было не сколько всегда смешно, сколько более забавно, мы не рассматриваем нашу передачу как юмористическую, но юмор есть ее одна из составляющих. Так вот, принцип, по которому это все работает, очень простой. Моя задача — создать атмосферу, в которой... так, собственно, мы и прожектор Пэрис Хилтон когда-то придумали. Мы собирались с авторами и начинали друг друга веселить, говорить друг другу эти шутки, придумывать. И это все возникает вот в этом процессе. Это не так, что вот пришел Сергей, у Сергея 4 шутки. Сергей, спасибо, 2-я, 4-я не очень, 1-ю, 3-ю я беру и сейчас выйду и скажу. Это совсем, совсем сегментировано и совсем отдельно. Все это как-то обрастает. Потом мы, когда я это читаю, иногда я меняю это, иногда я что-то добавляю от себя. Для меня самое ценное — это когда что-то придумывается в процессе. Для зрителя, мне кажется, тоже это всегда видно. Что-то есть подготовленное. Моя задача как презентера и как человека, который это говорит, сделать так, чтобы было наименее видно, что это придумано не мной, а кем-то другим. Иногда видно, что мне не очень это нравится, но почему-то это делаю. Вот почему это делаю, я не знаю. Видимо, потому что нет ничего более интересного. И это может быть смешно, может быть не смешно. Джонни Карсон, человек, который изобрел это телевидение, изобрел этот формат и выходил в течение долгих лет в передаче Tonight Show с Джонни Карсоном, сначала из Нью-Йорка, потом из Лос-Анджелеса. Одно из самых главных его достоинство было в том, что он неудачные шутки, не получившиеся, обращал в свои просчеты, неудачи, непопадания, обращал в шутку и умел смеяться над собой. И вот тут абсолютно все равно. Потому что если зритель понимает, что это формат такой, я должен вначале выйти и там 6-7 раз пошутить на некие события, которые происходят. И все. Ну вот как бы это такая вот как в новостях нужно просто рассказать про эти события, так здесь хотел бы что-то пошутить. И, конечно, бывают неудачные шутки. Послушайте, это 504 программы за 3 года. Там не может быть. Мы не Аристофаны, чтобы это все искрилось, блестело. Это невозможно. Можно, наверное, набрать 900 человек, и все равно это не будет. И в этом, как мне кажется, и есть прелесть этого формата телевидения. Когда вы, как зрители, видите, как мы, как создатели, по-разному вместе с вами живем, развиваемся, существуем, вы привыкаете, мы привыкаем, у нас что-то получается. Самое веселое в этой передаче, когда вдруг она начинает идти сама по себе, когда что-то незапланированное, это означает, что зажим ведущего несколько уменьшился,
И если вы не знаете, что такое зажим, залоги расскажут вам об этом. Но не сейчас. Но не сейчас. Вот, собственно, и все. Поэтому считать процентное соотношение, ну, мне было бы странно. Ну, мне кажется, вот каждый из нас вносит какую-то часть. Я являюсь одним из авторов программы, поэтому свою часть... За хронометражом следит тот, кто на ухе? А за хронометражом следит тот, кто на ухе, следит за тем, чтобы я слышал, что в ухе, а ему, в свою очередь, в ухо сообщает это из мониторинга. Да, ну, то есть вы... Конечно, конечно, вы есть связь. Не да. Вполне контролируете. Вы знаете, мы сначала работали все. Я удивился, но большинство наших коллег на Западе не используют уж монитор в ухе для того, чтобы понимать, что происходит. Но они очень это люди очень любят очень старомодные. Они очень любят традиционные. Идущие, уходящие корнями в историю способы донесения информации из-за кадра ведущему. Поэтому вместо суфлера используются так называемые cue cards, это такие большие листы, на которых прямо физически человек рукой пишет, в том числе шутки, это суфлеры, вот прямо вот это, и никто этого не значит, не скрывает, никто этого не стесняется, наоборот, это всегда шутят над этими ребятами. У нас тоже одно время писали, у нас почерк хуже, я не понимаю, что они мне писали, я каждый раз... Вот. Поэтому мы используем телесуфлер, на котором есть какая-то часть информации, выучить это невозможно, я никогда в жизни не заучил бы, не зазубрил бы это. Вот. И я использую монитор для того, чтобы понимать, сколько времени осталось для рекламы, не забыл ли я про то, что гость принес с собой вот что-то, а я об этом забыл, ну и так далее, и так далее. Это вещь, кто-то может с этим работать, кто-то нет. Я знаю моих коллег, моих товарищей, которые совершенно не понимают, они теряются, когда им кто-то в ухо начинает говорить. Я нет. Понятно. Итак, Александр Ваглая, я ее представил. Вот вы с Владимиром Познером в 2012 году вы говорили, что хотели бы попробовать себя в режиссуре. Удалось ли вам это? Аглая, спасибо за интересный вопрос. В режиссуре я себя пока не нашел, в отличие... Кино, видимо, ну, я имел в виду кино или театральная режиссура. Режиссур на телевидении – это отдельный жанр, не имеющий никакого отношения ни к кино, ни к теле. Ну, собственно, в рамках передачи я очень часто вместе с теми режиссерами, которые... Просто, понимаете, есть же режиссер, который сидит в аппаратной, и который руководит всем, чтобы камеры правильно, чтобы вот этот процесс происходил так, как нужно, да, красиво, показывалось то, что нужно, говорит операторам, как снимать и прочее, прочее, прочее. Есть режиссер телевизионный, который работает на площадке, вот, который занимается, если есть какое-то действие на площадке, если оно есть, то он занимается тем, что происходит на площадке. Условно говоря, там, в передаче «Голос», предположим, конечно, есть отдельный режиссер телевизионный, который отвечает за съемку, есть отдельный режиссер, который отвечает за площадку, потому что там большое действие. У нас эти функции выполняют несколько человек на площадке, в том числе и я, когда что-то, мы смотрим монитор, нам что-то не нравится, я говорю, подождите, давайте мы поставим всех вот так, давайте мы развернем здесь вот так, а вот эту мебель передвинем сюда и попробуем сделать вот так. То есть, если говорить про эту часть режиссуры, в ней я себя давно пробую, что касается кинематографической и... театральный нет, но вот тут я боюсь, что мне все-таки первый раз в жизни образование понадобится. Хорошо, так, из аудитории, только, пожалуйста, четко, ясно, один, да, можно и без микрофона, потому что это долгая передача, но если он, но тогда громко, пожалуйста, и представьтесь. Да. Ксения Чембуака, первый курс магистратуры. Кстати, из Питера, пожалуйста. У вас вот год-два назад случались случаи, когда приходили гости, и во время программы было видно, что они не реагируют на ваши шутки, и вот этот вот диалог между вами такой юмористический, он не получался. Сейчас это происходит уже реже. Вот как с этим справляться, как расшевелить человека, когда он уже перед камерой? Спасибо огромное, спасибо за вопрос Петербурга. По фразе «случаются случаи» я понял, что это мой родной город. Секунду, я вчера, позавчера виделся с их деканом из Санкт-Петербургского университета, сказал, что вот две к нам в магистратуру поступили ваши выпускницы, он знает их лично и сказал, что они действительно очень хорошие девочки, она сейчас просто взволновалась увидеть. Ну кто, вы, сказал, видите, что, кто сказал, что девушка плохая? Кто это сказал? Но это, кстати, важный момент, поверьте, я никогда в жизни бы не делал разницы между одевать и надевать, если бы мне заботливые коллеги не тыкали мордой прямо в эту кучу, с удовольствием рассказывают. Поверьте, на телевидении не с удовольствием говорят о том, что... То есть я все равно являюсь косноязычным человеком, мне далеко до моих коллег, включая Владимира Владимировича Познера, который изумительно может формулировать вопросы. У меня проблемы с формулированием вопроса, я могу долго и пространственно
отвечать. А вопросы я задаю крайне дольше. Мне иногда в ухо не тоже говорят, ладно, ну хватит, дай ему ответить. Возвращаясь к гостям. Формат этой передачи, как мы его определили себе, вообще очень важно, чтобы ты понимал сам, о чем ты снимаешь передачу и для чего. Формат этой передачи заключается в следующем. Приходят известные, интересные публике люди и мило за очень короткий промежуток времени. У нас среднее интервью идет 12-13 минут. Это ничего. Это, за это время невозможно сказать, боже мой, а он оказывает, так, это не будет. Так, ну, это если только человек не скажет, завтра я меняю пол. Вот если только вот так он не скажет в одну секунду. А ты ему скажешь, Никита Сергеевич, но в вашем возрасте уже... Соответственно, основная задача это весело, иронично поболтать. Я так-то, поэтому это не интервью, это такой диалог. Так вот просто нельзя к этому относиться как к интервью. Я к этому не отношусь. Но неудачный попался, вот что так, что это. Неудачный, вот теперь смотрите, что касается удачных, неудачных. Большинство людей, я прошу прощения, я очень буду много ссылаться на западные аналоги, но по одной причине, потому что здесь мне ссылаться некого, а наши западные коллеги нам очень сильно помогли, и мы с ними консультировались, и мы туда ездили, и мы со всеми познакомились, и, в общем, это с колоссальной помощью это произошло. Так вот, западные, то, что мы называем селебрити, то, что мы называем звезды, популярные люди, имеют некоторое другое представление о том, что они должны делать, помимо своего основного занятия, когда они приходят на встречу с публикой. Один из важных моментов, как мне представляется лично, это быть интересным людям, с которыми ты разговариваешь, и делать все для того, чтобы развлекать, быть интересным, или не ходи на интервью, а приходить в образе усталого гения, который садится и говорит, ну давайте, ладно, я сейчас задавай вопрос, что там? Ну, вот, надо сказать, что лет в то время, когда Игорь Угольников вел эту передачу, можно так сказать, и там даже лет 5 назад, до нашей передачи, все были абсолютно уверены, что, очень многие были уверены, что нужно вести себя именно так. Нести тяжелое бремя популярного человека в кадре. С появлением в нашей передаче некоторых особо проницательных отечественных популярных людей и, как-то ни странно, западных, многие из них знают этот ключ, изменило, как мне представляется, ощущение от того, что и как нужно делать, когда ты находишься в этой передаче в кадре. И здесь очень тонкая такая грань. Понимаете, вот вчера интервью с Ларисой Долиной свелось к разговору о том, как она ловит рыбу, ухаживает за кошками и что-то, и забирается в горы. Я понимаю, что может быть большая претензия, но как же так? 60 лет. Блистательная певица, такой голос, такая судьба. Но есть для этого другие передачи. А вот так, чтобы Лариса весело рассказала про то, как она ловит рыбу, вообще, если это представить, это тоже достаточно может развлечь. Вот и все. То есть для кого это кажется, ну ладно, что о чем они там требуют, никому не интересно. Мне кажется, что вот в этот момент человек становится другим, раскрывается. И надо сказать, Лариса Санна прекрасно понимала правила игры. И вот когда люди понимают правила игры, понимают, что я от них хочу, и нам удается им донести, посмотрите сегодняшнее интервью с Никитой Михалковым, он третий раз у нас в передаче, мне кажется, вчера он был в своей лучшей форме. Ему тяжелее, чем Андрею Сергеевичу, потому что Никита Сергеевич, в отличие от Андрея Сергеевича, ждет большего. Андрей Сергеевич – это брат его. Да. Ну, я для зоологов. Мне кажется, что Никита Сергеевич больше ждет выводов в свой адрес, шуток. Мы про него больше шутим в его отсутствие. Частенько, да. Но тем не менее, когда человек понимает, и это очень важно, он понимает, что в принципе не будет ничего, и что даже если мы шутим над кем-то, то мы это делаем не для того, чтобы обидеть человека, а потому что просто странно, когда человек над собой не смеется. Вот это и есть основной момент, когда все происходит. И Никита Сергеевич вчера понял, что все будет хорошо. И дальше все пошло как по маслу. Вот это и есть основной момент. То, чего больше всего не хватает нашим гостям в студии, нашим зрителям у экранов, и вообще всем нам, это умение смеяться, иронизировать и легко относиться к самим себе. Как только мы с вашей помощью, потому что если не с вашей, ну, с вашей и нескольких зоологов, сможем изменить это в себе,
Нас ждут колоссальные перемены в нашей стране. Я это говорю не потому, что я занимаюсь юмором, а потому, что я в это свято верю и в этом абсолютно убежден. Как только мы сможем иронично относиться к себе, а серьезное и пафосное отношение к себе будет восприниматься как глупость и будет высмеиваться, вот в этот момент что-то начнется. Так, Иван Баев, первый курс бакалавриата. Облик некого шута, вот в кавычках, ну сейчас на телевидении модно говорить фрика. Константин Львович даже целую лекцию о преимуществах фрика над нефриками прочитал в городе Канны. Так, облик некого шута – это ваш, это выбранный вами образ или он продиктован концепцией программы? С удовольствием отвечу, Иван. Вы знаете, в отличие от очень многих людей, своих коллег и творческих людей, я не выбираю Илья. Себе образ. Илья. Ну, почему-то Иван, я... Да. Илья. Ну, вот, мальчик и поменял имя. Значит, никакого образа... Илья, где вы? Вот, Илья. Никакого образа у меня нет. Я не... Максимальная моя задача сделать так, чтобы я в жизни не отличался от того, какой я на экране, и сделать так, чтобы зрители это почувствовали. Вот, собственно, и все. Если образ это замечательный ведущий Стив Колбер, который выиграл последние две премии Эмми за программу Colbert Report, которая выходит на канале Comedy Central, сразу программа Джона Стюарта, Daily News. Вот этот человек вел 5 лет или 6 лет юмористическую программу в образе республиканца, который бегает с американским флагом и кричит «Да здравствует Америка!» и огромный орел летает за ним. И это человек, который не разделяет эти ценности, изображает из себя вот такого человека. Это все равно, что я бы вел, мы бы сделали программу, в которой от лица единоросса или там, представитель какой-то другой партии, я вел целиком программу. Вот это называется образ. То, что делаю я не называю образом. Все, что это сформировалось, я за этим не слежу, и мне поэтому я не пытаюсь, и поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос. Вот. Понятно. Да, вопрос из аудитории. Иванович, вы сами хотите выбрать по лицу? По лицу? Форме руки или... Ну, раз... Вот, я как раз и хотел. Хорошо. Настя Фридман, выпускница. Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали на программе «Голос», когда никто из ведущих к вам не повернулся? А вы там пели, да? Облегчение, друзья. Потому что я сделал все для того, чтобы они меня не узнали, менял голос. Надо сказать, что это оказалось неожиданно очень любопытным моментом. Это была придумка Юрия Аксюты, продюсера передачи «Голоса» главного музыкального продюсера Первого канала. А с нашей стороны придумка заключалась в том, что я пел именно песню «Обернитесь» и выходил в кожаной одежде. Так. Вот замечательный вопрос. Во всяком случае, как любят говорить на телевидении, позитивный. Автономова Алина, второй курс нашего бакалавриата. Где вы научились так виртуозно шутить и как вам удается всегда оставаться таким позитивным? Ну, предполагается, что в жизни вы такой же. Но... Ну, конечно. О чем вы сейчас сказали? О том, о чем я сейчас сказал. Ну, где научились так виртуозно шутить? Ну, простите, но нет, так, ну, я не знаю. Я, во-первых, степень виртуозности... Это вообще, наверное, лет 6 назад я бы ответил, что невозможно научиться шутить. Сейчас я бы сказал, что, наверное, чувство юмора хотелось бы, у вас у всех будут дети, и все вы можете подарить этим детям прекрасную жизнь, чтобы про них говорили, как про людей с чувством юмора, даже если у них такие грустные родители, как вы. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно... В моем случае, как так получилось, что у меня все время все шутили в семье и продолжают, я сразу для себя выделил литературу, которая была, в которой было иногда смешно, иногда грустно, иногда смешно. Я смотрел большое количество фильмов, комедий, очень их любил.
Что касается того, что касается жизни, есть, понимаете, ну вот тут лучше пригласите кого-нибудь, не знаю, Гарика Мартиросяна или ребят из Comedy Club, или ребят, которые вышли из КВН. Они что... умеют без мата общаться? Умеют. Да? Это предрассудки. Предрассудки. Понимаете? Предрассудки. Я не разделяю их любовь к низким истинам, о которых писал брат Никита Сергеевич. И вообще... Юмор ниже пояса, то, что вы говорите. Вы знаете, но тут удивительное дело. Ведь можно очень плохо и пошло пошутить про Боротынского. А можно очень смешно про гениталии. И не будет пошло. Я в этом абсолютно убежден. Не будет это пошло. Пошлость заключается не в том, о чем, а в том, как. И вот если... Поэтому есть люди, которые просто не приемлют это. Моя мама не могла читать Довлатова, потому что у Довлатова встречался мат на странице. Но у Довлатова, на биологическом уровне не могла ее это останавливать. Она не могла... Ну, вот она была так воспитана, да? Это такое воспитание. Но для меня это один из самых обожаемых писателей. В том числе и потому, что весь мат... И вся нецензурная речь, которая происходит на страницах, которая появляется на страницах произведения Довлатова, она не имеет ничего общего с смакованием этого или с использованием этого для того, чтобы что-то усилить. Это настолько... Она используется только для того, чтобы ситуации, в которых происходило употребление этих слов, узнавались нами в жизни. Вот и все. Поэтому это не выглядит пошлым никак. Это если говорить про вас, что и про Comedy Club, и про ребят, которые занимаются вот этим направлением юмора, я могу сказать тоже, есть феноменально смешные, гомерически смешные вещи, и не наличие нецензурной лексики делают их, на мой взгляд, выдающимися. Вот, собственно. Ну, я считаю, либо ты... Как Барков пишешь, тогда тебе все позволено. А если ты ниже, то... А судьи кто? Ответ очевиден. Александр Сергеевич Пушкин. Все ваши друзья. Понимаете? Ну, хорошо. Не знаю, я бы с удовольствием пришел и поспорил с вами. С удовольствием. Ну, посмотрите, зайдите в интернет, видите... Можно я воспользуюсь вот этим? Да, конечно. Имя этому комика Дон Риклс. Это один из самых популярных комиков Америки. Он занимается тем, что называется insult comedy. Insult comedy — это оскорбительная комедия. Он унижает людей, про которых он шутит. Этому человеку исполнилось на днях что-то 89, наверное, лет. Он продолжает выступать и ездит по уже с посторонней помощью по концерту. Но поверьте мне, то, как он это делает, надо сказать, что у него шутки через раз все повторяются, но то, как он это делает, заставляет меня и очень многих моих товарищей плакать от смеха. Это ничего общего не имеет с тем видом, американского юмора, когда принцип юмора заключается в том, что чем более пошлая, грязная и вульгарная фраза будет тобой произнесена, тем зрителю будет смешнее. Это целый пласт, вот этого юмора. Более того, чем более запретную тему ты возьмешь, тем смешнее. Чем более страшное заболевание, над которым ты пошутишь, тем смешнее. С нашей ментальной... Вот с этим нам... Это очень сложно. Да, это тут даже я не выдерживаю. Там действительно... Это шутить над инвалидами и онкологическими больными, это сложно, и это для меня иногда выглядит очень странным. Но я видел примеры, когда онкологические больные инвалиды, глаза их были наполнены благодарностью, потому что между ними не делали разницы, между ними и обычными людьми. Здесь, опять же, все относится к тому, как вы это делаете. И все. И самое главное, Дон Риклс — это для меня пример американского Александра Анатольевича Ширвинда.
Мне не важно, что скажет Александр Анатольевич, я все равно буду смеяться, потому что он это говорит так. Что он будет говорить, мне совершенно все равно. Он смешной. Прошу вас. Да, Александр Анатольевич был здесь тоже. Нет, секунду, секунду. Мы идем по порядку. Садимся. По порядку. Но я так понял, что ответ, где вы так виртуозно научились шутить, это в семье, в общем-то. Он к этому сводился. В том числе, я просто всегда ценил юмор. Есть люди, которым все равно, им не хочется смеяться. Я это пускаю. То есть вы не специально изучали, не выбрали там после школы или в 9 классе, а займусь-ка я этим. А займусь-ка я юмором и начну читать Аверченко. Да, 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 нет, да, такого да. не было, я просто начал читать Аверченко. Само собой, да. Так, у нас время идет, я за ним слежу, поскольку иного нет режиссера. Я боюсь, что мы не успеем дать возможность гостю сказать нечто очень существенное. Поэтому вопрос профессионально существенный. Я приложу все усилия. Вопрос, это тоже первый курс, Вера Минченкова. Кристина Мирошниченко. Это из того же Питера. Извините, вы позволите мне вести занятия на моем факультете? Ну так купите, Иван Андреевич, вы даете же концерты? Но какие? Но. Билеты на них продаются? Нет, я не даю концерты, билеты не продаются. Но персонально вам? Хорошо. Я просто хотел дать возможность альтернативы встречи с вами. Так вот, извините, это я не понял, чей это вопрос, потому что ниже вижу. Все-таки это Татьяна Гоголицына вопрос, а она не из Питера. Что вы можете посоветовать, исходя из своего личного профессионального опыта, молодым специалистам в сфере телевидения, которые начинают строить карьеру? Ну, там 2-3 таких серьезных профессиональных совета, которые, возможно, мне не дают те, кто здесь преподает, в том числе и с телевидения. Вот ваши личные... Вы знаете, огромное количество людей считает телевидение жанром низким. И, конечно, ну, если не низким, то низменным. Массовая культура. И есть большое количество людей, которые, работая на телевидении, с удовольствием подтверждают эту аксиому. Не относитесь к этому так. Любая профессия, которой бы вы не занимались, будь то дворник, зоолог, химик, политик или работник телевидения, делает честь вам, и вы должны в ответ сделать честь этой профессии, что вы ей занимаетесь. Соответственно, любите эту профессию, любите телевидение, знайте о телевидении много. И не рассматривайте телевидение как очень быстрый способ деньги, слава и прочее. И топ-модель, жена. Ну, в смысле, а в случае девушек наоборот. Да, мы живем 21 век, и в случае девушек тоже топ-модель может быть женой. Поэтому нельзя к этому относиться так. Не изменяйте себе. Если у вас есть какое-то представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, не забывайте об этом, когда вы работаете на телевидении. Потому что многие об этом забывают. Вот, собственно, и все мои советы. И помните, что если вы вдруг решите уйти с телевидения, вы всегда на него можете вернуться. Хорошо. Да. Ну, давайте, задайте вопрос. Сулейман Хусман, факультет мировой политики, третий курс. Здравствуйте. Иван, продолжая ваши предыдущие ответы, у меня вопрос. Есть ли на современном телевидении вообще такая категория, как совесть? Вот просто очень хочется действительно понять, есть ли вот вещи... Вы задаете общий вопрос. Задайте вопрос конкретный. Приведите пример человека, у которого, по-вашему, нет совести. И задайте мне, знаю ли я, может быть, она у него где-то есть, просто мы ее не видим. Вам непонятно, вот совесть, а не вам, допустим, приглашать на передачу девицу из порнушки. Вот как вы считаете, вот это вообще допустимо? Вот когда на телевидении существует несколько передач, Иван Ильич, ну, в общем, вопрос понятен. Нет, вопрос совершенно очевиден. Я не понимаю одно. Вас расстроило, что мы не показали фрагменты из ее фильма? Это все-таки уход от ответа. Все. Все, я понял. А секунду, вы не даете мне закончить. Вы задали хороший вопрос. Не надо разжижать, пожалуйста. Все-таки, Иванович, постарайтесь. Это как раз название одного из ее фильмов. Да.
не уходите от ответа. Ведь в чем прелесть человека с чувством юмора, да, безусловно, и с умением рассказать? Вы знаете, я скажу... Он отшучивается. Нет, нет, безусловно. Да. Это большое... Если говорить сейчас о том, если вспоминать тот фрагмент, у меня нет однозначного ответа, пригласил бы я ее, вот, если бы мне дали возможность это сделать еще раз. По тем причинам, по которым для... Это же, знаете, это как две стороны одной медали. С одной стороны... Она пришла к нам не в ранге порнозвезды, которая объезжает мир, а в ранге человека, который, занимаясь этой достаточно странной профессией... А, это что-то там я видел. Закончил он ГИМО и где-то в Италии ошивается, да? Не-не-не, это другое. Это я у вас видел. Это практически то же самое. Но не МГИМО. Это же разойдется в цитаты, вот эта ваша фраза. Вот, так вот, что касается этой дамы. Я, скажу вам честно, хочется вам в это верить или нет, я не был знаком с ее творчеством до того, как она пришла. То есть я знал, чем она занималась, но я нахожусь в том возрасте и в том положении, что, в принципе, ну... Я могу потратить время, которое можно было бы потратить на просмотр картин с ее участием, на какое-то более полезное занятие. Вот. Что касается... Но я, тем не менее, видел ее в кино. Она сыграла главную роль в фильме Стивена Содерберга, выдающегося американского кинорежиссера и оператора. И она является персонажем... То есть она стала нечто большим, чем персонаж, чем порнозвезда, тем более, что она официально об этом заявила, она ушла. Но неужели наша с вами... Даже наша с вами... религии, представления о том, что хорошо, что плохо, не дают возможность людям признать свою ошибку и изменить свою жизнь. Мы же не можем отказать им в праве изменить их жизнь. Тем более, если вы обратите внимание, мы подробно ее фильмы не обсуждали и не делали из этого большого события. Что касается того, пригласил бы я вот сейчас, я, не знаю, подумал бы. Мне кажется, что там ничего такого особенного в этом интервью не было. И... Единственное, что я помню из этого интервью, это то, что когда она пришла, я сказал, что у нас сегодня сидят все, мы набрали зал исключительно из тех людей, которые любят ваши фильмы, смотрят их, и впервые в жизни мы покажем зал. И мы развернули камеру, показали весь зал, и это, на мой взгляд, было достаточно весело, странно, потому что в этом люди так часто не признаются. Вот и все. Что касается совести, о которой вы сказали, мне кажется, это не самое бессовестное, что можно сделать на телевидении. Поскольку это никак не повлияло на течение мировых исторических процессов, это не вызвало войну, это не вызвало ненависть, это не вызвало злобу, и это не оскорбило никого, кроме тех людей, которые очень хотели быть оскорбленными. А таких людей оскорблять не надо, они сами оскорбятся, что бы ни происходило, даже если мы выключим телевизор, и они какое-то время будут смотреть черный экран. Их оскорбит свет. Спасибо. Кстати... Технологический вопрос. А вот эти девочки, которые сидят там... Каких конкретно девочек вы говорите? Ну, их там, вот, кто в камеру, сами скажем, да, показываете, я их не разглядываю. Вы имеете в виду, что вы почему-то всех наших зрителей назвали девочками сейчас? Да, те, кто в студии сидит. Ну, вы имеете зрители в студии? Да, это у вас... я же бываю иногда в Останке, да. Вы ни разу не зашли к нам. Нет, ну вы меня, во-первых, к вам вы меня не приглашали. Но дело не в этом. И я вижу эту массовку, которая перемещается из передачи... Вот давайте. Передачи. Я слышал один раз к Урганту, и побежала. Это та же массовка, которая... Дайте же ответить. У Толстого, да Пети. Или у вас особая? Послушайте, да. Знаете, какое различие? У них массовка, а у нас не массовка. У меня зрители, которые приходят, не получая ни копейки, записываясь, я всех приглашаю, на сайте есть... Это простейшая процедура. Вы на сайте посылаете заявку, ту передачу, к которой вы хотите прийти. И вам присылается обратное письмо, и вас приглашают, и вы приходите и садитесь в студию. И в отличие от многих передач, у нас не нужно много ждать, у нас, в принципе, зрители приходят и могут сразу посмотреть там и то. Наибольшее количество зрителей приходит на каких-то там, не знаю, западных артистов, там очень много приходит персонально их поклонников. Вот. Студия у нас вмещает порядка 130-140
человек. То есть, в принципе, очень похоже на, вот, ну, может быть, даже чуть меньше. И все. И это ни одного из этих людей мы не переманиваем с программы «Давай поженимся». Так, Меченкова Вера, если ошибся в ударении, извините, но вопрос очень принципиальный. Считаете ли вы, что на российском телевидении можно создать принципиально новый продукт, который будет иметь успех? Я бы добавил, и поскольку такие попытки делались, но результата фактически нет, то не завязал ли вообще наше телевидение даже с попытками создать что-то свое? Ну, я не знаю. Тут это такой сложный момент. Ну, действительно, так получается. Что, ну, послушайте, у нас телевидение, у нас было три канала до 1991 года. Три канала, по которым раз, какой раз, сколько раз в день показывали одни и те же новости? Сколько? Ну, три раза или четыре. Вы, к счастью, вы этого не помните, а я это прекрасно помню. Это три канала. Первый, второй и Ленинградское телевидение. И раз в день... Москве, Московское. А, еще было Московское, да. Москве. И, значит, на... И четвертое, университет марксизма-ленинизма. Нет, нет, Российский университет был канал, который потом стал НТВ, да? По-моему, вот такой. Ну, это российский. Это... В советское время не было российских университетов. Ну, да. Соответственно, одни и те же... Просто одна и та же программа шла по трем каналам. Ну, не вот так. Бы им рейтинги померить, ну, у кого так. Больше. Я имею в виду новостная. В смысле, из-за этого... Новостная. Ну как, ну слушайте, ну как, ну если человеку, если человек вот лежит в течение 40 лет, и у него единственное, что он вот так вот поднимает руку, то ждать, что он встанет и тут же пробежит 100-метровку, ожидать бесполезно. Миф об Илье Муромце, он опровергает. Нет, то, что можно в это верить, да, и мы, надо сказать, побежали, мы все-таки не пошли, я уверен, у нас темпы замечательные. Хочется найти какой-то, как не только в телевидении, но и вообще, я убежден, что у нас есть какие-то свои глубинные возможности для того, чтобы что-то предложить из того, что не было. Удивительно, но такая небольшая страна, как Израиль, смогла найти формат, который называется Homeland, который стал одним из самых популярных сериалов в Америке. Это пример того, как популярный телевизионный сериал Израиля вдруг стал популярным во всем мире. К сожалению, он не стал популярным... Как израильский продукт, но это сложно, потому что эти темы волнуют в основном жителей Ближнего Востока не в той степени, как там. Ну, скоро всех будут волновать в Европе. Спасибо. Что касается Англии, большинство американского телепродукта, законодатели мод англичане. И это они подтверждают каждые там, не знаю, несколько месяцев. Будь то, даже я вел передачу, которая называется «Народный артист», а везде называется «Pop Idol» или «American Idol» или, и прочее, прочее, прочее. Все это придумано в Англии. «Шерлок» ничего лучше я не видел там, из того, что было снято на телевидении там, за последнее время. В «Game of Thrones» все артисты, там английский снимается, все это тоже здесь, хотя продюсеры американцы, автор сценария тоже американец. Поэтому здесь я уверен, что у нас что-то должно появиться. Нам не нужно думать о том, как мы обычно думаем, чтобы сразу все мы предложили новое, и это сразу все было заимствовано. Но какие-то вещи, безусловно, мы предложить сможем, особенно если не будем рефлексировать на тему того, что мы что-то будем заимствовать оттуда. Мне кажется, ничего там странного нету. Видеомагнитофон, на который пишется кассета «Мастер», тоже был изобретен не в России. Ну и что? Но вы сами по ночам не пытаетесь вот, сочинить нечто оригинальное? Вы знаете, я небольшой в этом смысле креативщик. Вот так, чтобы прямо оригинальный... формат. Я все-таки такой, знаете, улучшатель. Я вот могу что-то взять и что-то попытаться улучшить или развить во что-то. Это все всегда вырастает во что-то свое. Тюнингист? Тюнингист. Так, ну, Иван Андреевич, выберите кого-нибудь. Давайте вы. Можно вот вас... Сейчас поправимся. Выходская Дарья, первый курс... Первый курс сюда уселся, и, да, правильно. Вот. Я слышала, что у вас выходит передача «Еврейское счастье» с Владимиром Владимировичем Познером. Это фильм, да, не передача, фильм. Ну, фильм, да. Uh-huh. Это будет, ну, тоже вот как «Тур де Франс» и другие ваши передачи, или это будет что-то новое? То есть вы Израиль покажете изнутри или... Какие-то... Снаружи? Да. Ну все, вопрос понятен, да. Снаружи он маленький. Снаружи это фильм назывался не «Еврейское счастье», а... Прицел арабского гранатомета. Ну, меня все,
все учили, я также задаю вопросы на интервью, как и вы. Нельзя задавать вопрос, когда человек может на него ответить «да». Да, это будет такой же фильм, как все остальные. И да, он будет отличаться, потому что Израиль сильно отличается, например, от Германии. А вот чем, вы узнаете во время прохождения лекции на четвертом курсе. Пожалуйста. А сколько сам длится? 8 серий. Нет, я съемка там, допустим. А, в моем случае очень быстро, потому что самая долгая съемка была в Америке. Я приезжал на 45 дней, потом была Франция, Италия. 45 где... полностью или налетами? Нет, нет. Ну, нет, 40, сначала 45 дней, потом мы улетели, потом еще прилетели дней на 10. То есть это была Америка. Это... Но Америка много. Была 16-серийная, да. Что касается Италии и Франции, это было поменьше, но то, что там дней по 20, там еще мы прилетали. А дальше началась программа «Вечерний Ургант», и я... Англия, Германия... И Израиль — это 5-6 дней от меня. И Познер, который ишачит на мою славу. Так, вопрос задает Сокровит Север. Сокровит — это имя, Север — фамилия. Сокровит, где вы? Здрасте. Прошу вас. Ваше положение на телевидении, верхняя планка, лет 6-10-20. Ну, то есть... Вы хотите вести авторскую программу или что? Предполагается, где цель финальная ваша? Финальной цели я себе не ставлю. Ну, прикидываете. Нет, не финальная. Но если говорить о том, чтобы я хотел, чтобы происходило телевидение лет через 10-20, чтобы... Мне бы хотелось, чтобы выходила программа, которую я сейчас снимаю, потому что смысл этой программы в том, что она выходила не год, не два, а именно долгая там, протяженность времени, когда хоть что-то можно будет уже увидеть, ну, извините ли, что-то... А то сейчас, в смысле, «Вечерний Ургант», что продолжалось. Да. И через 10, и через 20 лет. Ну, через 10, я думаю, что ничего не может нам в этом помешать, кроме серьезной техногенной катастрофы. Вот. Потому что после техногенной катастрофы останутся только «Спокойной ночи, малыши». И руководитель этой программы господин Митрошенко. Вот, поэтому я, вот, мне бы хотелось, чтобы так это было. Также мне бы хотелось, чтобы большое количество... людей вдруг поняли, как здорово бы, чтобы по телевидению мы побольше шутили про не только про звезд эстрады, но и про политику, но и про то, что происходит в стране. А большое количество людей телевизора очень бы хотели бы это тоже видеть и очень тоже этого были бы рады. Вот это, я надеюсь, тоже не исключено, что произойдет. Кстати, о шутках. У меня два вопроса. Прошу вас. Первый о шутках. Вы сами чувствуете, что когда вы... шутите о Путине, вы шутите... Что я немножко становлюсь выше, как бы. Да. И все равно Путин при этом появляется выдающейся личностью. А когда вы шутите о тех, кто ниже находится, то вот чем ниже, тем шутки становятся... По площади. Я стал злее, да. По площади. А вот когда про Путина, как-то все по-доброму, да? Ну, вы это чувствуете? Не чувствую вообще. Просто вот как-то само получается. Ну, это со многими бывает. Да, да. Шутниками. Это шутниками про Путина. В печатных... Я, главное, когда шучу, представляю, что он где-то сидит. В светелке смотрит, как я это делаю. И второй вопрос. Знаете, можно я добавлю два слова? Ой, большая проблема у нас в государстве и вообще во многих вещах. Что у меня есть подозрение, что между мной и президентом есть большое количество людей, которые почему-то за него и за меня решают, смешно это, будет понравиться ему ли это или нет. Вот это очень важный момент. К сожалению. Ну, то есть... Давайте давать возможность людям, про которых мы шутим, самим вынести какое-то решение. Я абсолютно убежден, что Владимир Владимирович, судя по тому, как он высказывается, ведет себя, человек с чувством юмора, вот, со своеобразным, но с чувством юмора. И, в общем-то, это большое умение и большая роскошь для серьезного человека. Не бояться, я возвращаюсь к тому, что я говорю, не бояться казаться смешным. Хорошо. И хотел задать вопрос, и он уже тоже, я думаю, интересен, полезен. Вот эти ваши гости, ну, кто накидывает основной список? Или там по блату можно ли, ну, будучи знакомы с вами? Сразу видно, что вы давно в материале по блату. Вы знаете, по блату, ну,
У нас пока... Нет, ну, Иван, ну, проблема что, с гостями... У меня там рейтинг упал. Но ты же знаешь, я талантливый человек. Просто сейчас я... в запое, но если у тебя появлюсь, то... Ну и так далее. Ну, давайте так, не будем на конкретном примере Алексея Панина останавливаться. А поговорим про, в принципе, гостей. Гостей немного. Несмотря на то, что по сравнению с временами, когда был Игорь Угольников, их стало гораздо больше, появилось большое количество источников, из которых могут появляться популярные люди, становятся более популярным какие-то виды спорта, источников информации тоже становится больше. Благодаря интернету появляется много людей, телевидение, сериалы, актеров стало больше. Есть актеры, которые никогда не снимались в кино, но снимаются в сериалах и являются популярными актерами, которые снимаются в кино. Много-много-много источников. Проще. То есть, в принципе, звезд... Основная проблема, когда мы начинали, и сомнения были в том, а сможем ли мы найти 20 раз в месяц 20 новых гостей. У нас часто гости повторяются. И тем не менее, ничего в этом нет. Ну, они не часто, но они повторяются. У нас рекордсмен, по-моему, как раз Владимир Владимирович Познер, который был, по-моему, раз 6. Ну, в общем, ничего в этом я не вижу. Они повторяются точно так же в Америке. В Америке звезд и институт селебрити гораздо больше, шире. Но у них и передач таких, как у меня, 7 штук выходит в день. В день выходит порядка там 6-7 передач, если брать там вообще канал. Поэтому идет такая же борьба, есть такая же охота, и также срываются звезды, и также все это происходит. Поэтому особого никакого блата нет. Мы стараемся подгадывать, чтобы люди приходили в связи с какими-то событиями. Это основная, собственно... идея, и спасибо огромное в том числе вот Ларисе Долиной, которая вчера непосредственно в тот день, когда исполнилось 60 лет, почему-то решила, что ей не за столом лучше сидеть днем, а прийти к нам и сняться. И это нам очень приятно, лестно. И как мне представляется, это очень важно нашим зрителям. Вот что касается американских артистов или западных артистов, или зарубежных артистов, давайте скажем так. Очень многие предлагают, приехав в гостиницу Four Seasons, например, здесь, и сказать, ребят, ну, мы, конечно, к вам не поедем, ваши Останкино, но ну, давайте снимем какой-то репортаж, приезжайте к нам. Мы так разговаривали с разными артистами. И основная наша задача – это как раз не приехать к ним. Особенно, конечно, ничего сложного поехать в Америку, в Лос-Анджелес на 3 недели и снять интервью с 50 гостями. Они придут все с удовольствием, они очень ценят своих зрителей, в том числе в России. Ничего сложного нет. Но у зрителей в России не будет ощущения, что они что-то специальное сделали для вас. Именно поэтому основная задача привести этого человека в студию и дать понять всем нашим зрителям, что тот гость, который приходит, делает это специально для российской аудитории. Вот и все. Хорошо. Ну, Лев, тот левый край там, ну, кто-то, мы вас не трогали. Ну, дайте без микрофона, после у нас время. Прошу. Здравствуйте. Возможно, отшутитесь, но все же, чем вы запомните этому поколению? Этому, в смысле, вот вашему. Да мы с вами одного поколения. Я не знаю, что я могу сказать. Вы хотите, чтобы я серьезно отвечал, чем я запомнюсь? Уникальным сочетанием небритого лица и бритого лба. Я не знаю, что мне сказать. У меня нету никаких, это вы мне расскажете, запомнюсь ли. Хотелось бы хоть чем-то запомниться поколению. Но для этого рекомендую поколению тренировать память все-таки, знаете, чтобы, говорится, чтобы кроме меня еще кто-нибудь туда влез. Не, ну рановато, конечно, вопрос все-таки, Иван Андреевич, не так стар, чтобы думать уже о том, чем он, какая там эпитафия должна быть написана. Он еще поработает. Еще погудит. Так, не, ну давайте, мало времени из аудитории. Да. Выбирайте. Вырвались. Давайте, вот, да. Пожалуйста, да. Вы, да, пожалуйста. Здравствуйте. Давайте мы быстро. Мне неловко, люди многие пришли, все тянут руки. Мы сейчас попытаемся максимально быстро ответить на максимально большое количество вопросов. Да. Можем мы оставить вопросы, которые там написаны уже? Да, конечно. Давайте, прошу. Марзанова Таня, первый курс магистратуры Высшей школы телевидения. Вопрос. Как устроиться на работу в вечерний Ургант? Самое простое – это написать свое резюме и прийти к нам... как это называется, практиканты. У нас все время практиканты работают, у нас работает, и очень многие практиканты остаются. Кто-то выходит замуж за тех, кто работает в программе, кто-то остается по каким-то другим причинам. У нас, к сожалению, мы не можем, то есть мы не можем принять много людей, у нас
достаточно большой тоже штат, там всего работает на программе порядка 100 человек. Но это я включаю операторов и технические службы. Вот когда мы собираемся, у нас проходят такие, два раза в год у нас проходят корпоративные вечеринки. Кто ведет? Кто платит, вы лучше скажите. Из своего кармана. Я однажды пришел на Первый канал и сказал, а вот у нас корпоратив. Я говорю, прекрасно. Закройте, пожалуйста, окно. Вот. И поэтому нас собирается порядка 100 человек. Можно написать резюме. Сколько будет практикантов? Слушайте, поскольку практиканты, как известно, работают бесплатно, то я думаю, что у нас работает 1, 2, 3 стажера, которые занимаются, надо сказать, занимаются работой совершенно разной всей. Но я вам гарантирую, что телевидение – это тот самый вид деятельности, когда сразу видно, что человек может, и что человек, и есть ли у него какой-то потенциал, и что он хочет. И если не у нас, то как опыт, я считаю, что это очень хороший опыт для того, чтобы потом заниматься телевидением. Вот. И у нас есть, помимо этого, мы раз где-то в год, у нас происходит иногда такая легкая текучка, вот у нас сейчас поменялся сегмент продюсер, и было размещено объявление, любой человек мог прислать свое резюме, вопросы, и мне совершенно все равно, какое у вас образование, что вы делали для этого, если это хорошее резюме, хорошие вопросы, и при собеседовании мы поняли, что созданы друг для друга, конечно, вы начинаете работать у нас на программе. А кто собеседует? Ну, у нас есть креативный продюсер, есть продюсеры, и мы все встречаемся, они сначала ребята встречаются, потом мы встречаемся уже на каком-то финальном этапе. А Алла Михеева также попала в резюме? Алла Михеева попала совершенно другим способом. Алла Михеева это самородок. Так, давайте. Прошу вас, понимаете, не надо поднять вопрос, а то давайте. Прошу вас. Прошу вас. Нет, вот вы, да, вот вы, да. Да вы не вставайте, вы говорите так. Прошу вас. Прошу вас. Если вы затем так в России развивается музыка... Там много вопросов по музыке. Вы знаете, спасибо огромное, присаживайтесь. Я слежу за... Садитесь, правда. Я слежу. Ну, насколько я могу. Когда-то я следил гораздо активнее. Музыка, как и телевидение, благодаря технологиям развивается уже все. Вот можно сейчас уже при помощи мобильного телефона написать все и записать голос. Поэтому музыка развивается. Мы стараемся это отражать в нашей передаче. У нас в начале передачи, первый год, было, как мне кажется, больше, более свободно. Не свободно, как бы правильно подобрать эпитет, но более демократичный выбор музыкальной группы, коллектив, которые были у нас. Обусловлено это было тем, что мы пытались создать такую площадку экспериментальную. Это единственное место, где могут, в принципе, люди выступить. Да. И мы стараемся это продолжать. Это делать. У нас есть условия, у нас все играют вживую, поют без фонограммы. И мне очень приятно, что для многих музыкантов попасть к нам в программу означает неким таким, не то чтобы статусным, но как бы важным для развития их карьеры. Вот. Поэтому, если интересное какое-то музыкальное явление происходит, мы все-таки, к сожалению, пока не набрали достаточного веса, чтобы из неизвестного явления делать известное, то есть открывать. Но если что-то где-то проявилось, в том числе и в интернете, мальчик играл на гитаре одной рукой, сидел в интернете, мы его нашли, пригласили, он пришел, сыграл очень здорово, не знаю, как это помогло ему закосить армию, но, наверное, ну, по крайней мере, вот такие вот вещи, мы стараемся обращать на них внимание. Вот. Да, Иванович, еще у меня один вопрос. А вот если Константин Львович, вы же дисциплинированный человек, уже давно Востанкин на Первом канале, но вы член команды, неравнодушный к судьбе канала в целом, вас вызывает или даже спускает к вам туда и говорит, программа «Время» вот проваливается, проигрывает другим итоговым программам вечерним, информационным, и вообще вот как-то уходит из нее. Вот, молодежь жизнь. Не смотрит. Да, молодежь не смотрит программу «Время». Вот. Поднимите руки, кто смотрит программу «Время» на Первом канале. Ну, это да. Это сейчас проигнорируем. Это, да. Вот. Надо усилить... Мы с вами не подняли руки, обратите внимание. Поднять рейтинг... Ну хорошо, смак оставлю за тобой там будет. Ну понятно, что вести программу «Время», ну вы же сами понимаете, что этого не произойдет. Почему? Потому что вы задаете такой потенциальный. Ну, потому что если бы в голове у него могла мелькнуть такая мысль, то он бы либо это давно сделал, либо он не занимал бы тот пост, который он занимает. Но это глупость несусветная.
А если бы ко мне пришли с оружием и сказали, иди в эфир программы «Время», Катя Андреева, одетая в кожаную с лентами пулеметными, то я бы выпрыгнул в окно и полетел. Ну, я не буду спорить, я думаю, что это вполне может случиться, но сейчас... Да, давайте еще у нас... Прошу вас. Вообще-то уже по времени мне сказали, что у вас... Ну, мы еще минут 10 мы... Хорошо, давайте. Прошу вас. Таисия Фрекина, первый курс, бакалавриат ВШТ. Как вам пришла идея стать Гришей Ургантом? Как вы придумали? У меня отец всегда носил усы, когда я был маленький. Мне очень хотелось тоже их носить, но современные законы Российской Федерации не всегда позволяют это делать без подозрений. Прошу вас. С какими трудностями вы столкнулись во время беседы с Мэрилином Мэнсоном? Накануне конца света, в 2012 году. Потому что было заметно, что не по плану немного пошло. Я большой поклонник его. Мэрилина Мэнсона? Да. Это делает вам честь. Я никаких трудностей не было. Я вот вспоминаю сейчас, что там было. Мы заранее планировали сам диалог. Ну, мы сам. Я, понимаете, ребят, есть, не надо поделиться с вопросом. Есть какие-то вещи, которые я могу планировать, есть вещи, которые нет. Но из того, что мы планируем, вот какое счастье, когда вдруг то, что мы запланировали, мы не успеваем сделать, потому что произошло что-то другое. Вот с ним произошло что-то другое. Что, простите? Не говорите, микрофон еще не работает. Отдайте все равно микрофон. Не работает. Почему он отказался спеть? Большинство музыкантов, которые приходят, они приходят без своих музыкантов. Это огромный, тяжелый технический вопрос, вот, который, к счастью, был решен в начале этого сезона, когда Джон Ньюман, который приехал в Москву, привез с собой 16 человек и поставил их на сцене. Такое бывает нечасто. Чаще всего они приходят, берут гитару, потом... Вы уверены сами, что лучшее в Мэрилине Мэнсоне – это его вокал? Мне кажется, это совсем не главное. Иван Ильич, извините, мне неприятно, что я поразил в правах вроде бы представителей других факультетов, и много дальше выступали. Дайте слова тогда вопросы тем, кто на факультете, прошу вас. Не из высшей школы телевидения. Кто из высшей школы телевидения? Не из высшей школы. Вот, молодой человек. Прошу вас. Факультет государственного управления, меня зовут Артем. Я вот молодец. Я так и вижу, Артем, как вы забираете государство. Вот так вот прямо его этими ручищами и берем. Со словами «Ваня, это мое». Был Владимир Владимирович Лапознер. Я не спрашиваю, если, когда у вас будет Путин, три вопроса... Времени? Вот так. Не-не-не-не. Когда вот он придет, вот три вопроса сходу. Вот о чем пойдет диалог? Что зададите? Какие вопросы? Понятно. Какие вопросы зададите Путину? Ну, послушайте, я не знаю, это очень будет зависеть от того, когда... Прям сроду, не думая, да? Самое большое и важное качество людей, которые по телевидению задают вопросы президенту, это подумать, прежде чем их задавать. Поэтому не думая, чего я не буду делать точно, не думая задавать ему вопросы. Да, прошу вас. Переходите к нам, заявление пишите. Я вас очень уважаю, считаю, что вы очень талантливый, интеллигентный, образованный человек. И скажите, не хотите ли вы чего-то большего, чем быть знаменитым только в России? Молодец. Садись, молодец. Я, честно вам скажу, мне не позволяет учить... Да, кстати, по поводу телевидения. Учите хорошо язык. Это позволит, это даст вам хоть какой-то шанс. Русский? Для начала русский, а потом желательно еще английский какой-нибудь другой. К счастью, мне не нужно... Чем быстрее вы все выучите английский язык, тем реже мне придется прибегать к помощи переводчика в программе. Например, на французском телевидении я видел, когда приходят гости из Англии, ведущий с ними общается по-английски, и, по-моему, внизу идет субтитры, и все. В нашей стране, к сожалению, это будет просто очень плохо, как-то мы совсем разделимся с аудиторией, поэтому мы пользуемся услугами очень сложной системы синхронного перевода. Вот. Это что касается языка. Дорогой. И... Да. Не сложный, но дорогой. Нет, он не дешевый, потому что ровно 50% из переводчиков работает у меня. А, просто люди хорошо знают язык. Прошу вас. Мне стало интересно. Чего? Какого факультета? Факультет мирового политика. Это аббревиатура, вроде как у вас. Это классический вопрос, который...
всегда задают известным телеведущим. Ну, и не все отвечают оригинально. Не все оригинально отвечают. Моя любимая книга – это книга Виталия Третьякова «Мое телевидение». Теория телевидения, но я ее почему называю как «Мое телевидение». Вот. Но она не так давно вышла. Как а смотрите. Уже бы я ее так полюбил, значит, не выпускаю из рук. Что касается... Я никогда не умел отвечать на вопросы «любимые фильмы» и «любимые книги», потому что это все зависит от твоего возраста и от того, что происходит сейчас. Я могу назвать писателей, которых я люблю. Это Довлатов, Чехов, Булгаков, Хемингуэй, Зощенко, Аверченко, Ивлин Во, Толстой, Достоевский, Пушкин, писатель. Я очень люблю Пушкина, прозу очень люблю. Я считаю, что вообще «Повести Белкина» — это выдающееся произведение, которое можно перечитывать бесконечно. Вот, собственно, и все. Поэтому вам всем рекомендую прочитать книгу, которую мне поставил прочитать Владимир Владимирович Познер. Собственно, она написана уже года три... Нет, вышла она, наверное, года 3-4 назад. Произвела на меня большое впечатление. Почему о ней вспомнил сейчас, не связано никак с юмором, с телевидением. Книга... просто был юбилей Победы. Было столько всего сказано, столько всего спето, столько всего написано на транспарантах и столько всего... с пеной произнесено вот так вот перед людьми, что я рекомендую вам прочитать замечательное произведение, которое называется «Благоволительницы». Это книга, которая рассказывает о том, что лично меня очень волнует, это книга про Холокост, написанная очень молодым человеком, совершенно неожиданно, и входит там в пятерку лучших художественных произведений о Второй мировой войне, по мнению журнала, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, «Таймс» или «Тайм», то ли одного, то ли другого. Это большое, толстенное, очень тяжелое и очень интересное полотно, очень важное. Мне кажется, оно, если книга должна менять человека, то, безусловно, она способна сделать. А что касается того, что я бы вам, если вам вдруг интересно, чтобы я вам порекомендовал вам почитать, еще есть такие же вот произведения, я почему-то люблю читать. Знаете, тут в Перми... Сталину бюст поставили, вы слышали, несколько дней назад? Наши с вами коллеги, не друзья, в, коммунисты. Не в Перми, по-моему, но не важно. Но не важно, да. Прочитайте, Мариэл там губернатор сказал, что дороги разберет. Если прочитайте произведение Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». Это потрясающие мемуары женщины, которая прошла очень много... прожила очень интересно. Она жила до сих пор, ей очень много лет, она живет в Петербурге. Она прожила такую фантастическую жизнь и так интересно ее прожила, и такие странные интересные вещи с ней происходили. И столько интересных политических и других периодов нашей жизни нашей страны она застала. Поэтому я рекомендую прочитать. Это замечательные мемуары очень светлого и очень легкого человека. Также... Не могу не попросить вас даже, не предложить, а попросить вас прочитать «Подстрочник» Лилианы Лунгиной, который тоже вас заставит в очередной раз полюбить нашу страну и перечитать Карлсона потом, поскольку это ее блестящий период. Сейчас вот еще важный вопрос. Телевизионщики, как известно, делятся на тех, кто смотрит чужие передачи и кто не смотрит. Кто смотрит свои передачи и не смотрит. Какой категории вы относитесь? И вот какие любимые передачи? Я немного смотрю телевизор, просто не всегда хватает времени. Не люблю смотреть свои передачи, вынужден иногда это делать как продюсер, и сразу расстраиваюсь, начинаю звонить в истерике сотрудникам и орать, почему там чего-то нету в кадре и так далее. Что касается других передач, я очень люблю документальные фильмы смотреть, я люблю смотреть телесериалы. Ну, это, конечно, на самом деле, конечно, не телевизионное кино. Вот сейчас Вим Вендерс снял фильм про Себастьяо Сальгадо. Это один из выдающихся фотографов, бразилец, которому очень много лет. И он снимает черно-белые невероятные фотографии. Я очень люблю фотографию. И вот был сделан такой фильм. Кстати,
по поводу телевидения, подстрочник Лилианы Лунгиной существует еще и в телеварианте. Я... Нет, но все-таки это документальный... Ну, хорошо, развлекательный... Передача. Но я люблю смотреть программу «Время. Итоги». Я Соловьева... Не отрываясь. Я смотрю... Люблю смотреть. Я люблю про кино смотреть. Передачу «Закрытый показ» на Первом канале. Вообще мне нравится, когда идет. Закрыли. Я все смотрю. Значит, я. Мне очень нравится, когда идет живая, настоящая, интересная дискуссия. Но не о политике. Она может быть и о политике, но когда она живая, интересная и не спланированная, и я это вижу. Или мне кажется, что я это вижу. Я на этом останавливаю и не переключаю дальше. А иногда такая же дискуссия просто возникнет в передаче «Давай поженимся». А иногда смотришь. Мать честная, у Малахова выходит популярная артистка, а тут ее сын, который старше ее, выходит и говорит «мама». И тоже от этого невозможно оторваться, понимаете? Телевидение должно в том числе и развлекать. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, вот в одном из интервью вы сказали, что задавать гостю своему неудобные вопросы не стоит. Как я не сказал, что не стоит, я сказал, что я не очень да, вот люблю. Да, вы не любите, и лучше... Поместить его в такую комфортную обстановку. Это связано с нашей передачей. Вот наша передача, гостю должно быть комфортно. Вот. А как тогда заинтересовать зрителя какой-то, не знаю, может быть, острой информацией? Чтобы это не просто... Понятно. Вопрос понятен. Понятно. Нет, ну, послушайте, конфликты же всегда могут проявляться. Они же не только в неудобных вопросах. То есть многие любят, когда известных людей ставят в неловкое, в неудобное положение. Мне это... И, наверное, задача интервьюера найти это обострение и вступить в какой-то конфликт, спор с тем человеком, с которым ты, у которого ты берешь интервью. Я интервьюер, мне нечего вам сказать. Позовите Познера, он вам прочитает лекцию про то, как брать интервью. Я только учусь. Знаете, вот как я только учусь. И мне, я знаю одно, что если у меня было много передач, в которых приходил человек, мне было все равно вообще, что он скажет. И я как, давай его по косточкам разбирать. Но тогда не будут приходить ко мне вот сюда, вот в эту программу. Они тогда мне не будут рассказывать про своих детей. Они мне тогда не будут, и вам, и не будут рассказывать. Мы лучше найдем какую-то возможность внутри потом как-то весело что-то пошутить, как-то над чем-то еще посмеяться, но не сразу острым... Ну, кстати, приходит Лариса Долина, не знаю, ко мне в программу, 60 лет праздника, я говорю, Лариса Санна, вот вы поехали в Крым, когда вся мировая общественность, ну и что? И вот, ну, да, это будет острый вопрос, но, мне кажется, никому радости и удовольствия это точно не доставит. Ну, давай. Спасибо. Как Бузыкин, я вам согласен. Александра Колтун, первый курс покладок. Хорошо. Не секрет, что вообще вас очень часто цитируют. И я бы хотела уточнить, действительно ли это ваша цитата, театральный страх гораздо серьезнее телевизионных? Конечно, моя. Следующий вопрос. Нет, давайте. Ну, мы все в равных условиях. А вас действительно часто цитируют? Нет. Я просто... Как... Но я люблю под видом старухи заносить информацию на первый курс бакалавриата. Дайте еще, если есть время, потому что... Прошу вас. Нет, я не знаю, я не говорил это или не говорил, прошу вас. Да без микрофона, говорите, вас будет слышно. Первый курс вашей дай бакалавриата, вот хотелось вас спросить. Вы в разных странах снимали цикл передач, да. Одно хотелось узнать, вот в США одно и то же, на Америку, во Франции, Великобритании. Да. Планируется ли такое в России, и в какой из посещенных вами стран вы могли комфортно жить и работать? Ну, я не знаю. Комфортно жить и работать я мог бы там, где бы я был необходим как специалист. Это я вам скажу совершенно серьезно. Если бы я мог комфортно работать и интересно, и в какой-нибудь другой стране, я бы с удовольствием попробовал бы это сделать, просто потому что это очень интересно. И думаю, что потом через какое-то время с удовольствием сбежал бы обратно. Но просто для того, чтобы попробовать что-то новое, ровно так же когда-то я приезжал из Петербурга в Москву, и это было для меня как новая страна, есть большое отличие. Что касается... Вы спросили про Россию. Разные страны. Всегда здорово, когда ты приезжаешь, и есть ощущение работы. Когда ты не как турист, хотя бы ты делаешь вид, что ты не турист. Вот когда мы ездили, готовились к передаче «Вечерний Ургант», мы заходили во многие телевизионные студии Америки и занимались. У нас было большое количество переговоров, встреч. Во-первых, ты начинаешь говорить неожиданно сам на языке, когда тебе нужно что-то объяснить человеку. И у тебя возникает ощущение абсолютное, что ты вот часть вот этого. Как же это здорово. Но потом вспоминаешь, что нет, ты часть совершенно другого. Прошу вас. Был вопрос еще о России. А, про Россию. Ну, да. Познер навряд ли.
Просто он, а я не помню, почему, он как-то сам объяснял, я уже даже не помню, почему. Мы как-то... Не, но у меня есть определенное желание... У нас сейчас Алла Михеева выполняет эту функцию. Она вот сейчас в этом году поедет по стране. Первый репортаж из города Лух Ивановской области. Она уже сделала, на мой взгляд, это было блестяще, и мы ждем ее следующей. И сейчас у нас появилась рубрика, которая называется «Беседа с губернаторами». Сегодня будет губернатор Тулы у нас в эфире разговаривать по скайпу. Ваш папа, да. Прошу вас. Странно, вы выбрали такого губернатора, но я бы сказал, это вы выбрали. Вы знаете, тот, кто... У кого только скайп есть, тому и позвонили. Простите, но неплохой губернатор, кстати. Да я знаю, но... Какой-то очень... Знаете, врач, 40 лет, кардиолог, я просто очень-очень веселый, прошу вас. Нет, какой губернатор был? Никакой не кардиолог. Кардиолог, кардиолог. 40 лет, да? Может быть... Это может быть мэр Тулы. А мэр Тулы, наверное. Ну, это раз. А губернатор Тульской области, да? Да, да, да. А, не, нет, нет, я не знаю. Я разговаривал с мэром Тулы. Мэр Тулы, мэр, прошу вас. А это все шестеренка, да, там? Нет, просто губернатор Тулы – это активист «Единой России», как я понимаю, у вас скептическое отношение. К «Единой России»? Ко всем партиям. Ко всем партиям. Начинается... Я вообще, вообще ко всей политике у меня достаточно большое скептическое отношение, но... Не знаю, кого дали, с тем поговорил. Прошу вас. Нет, давайте, прошу вас. Бытует мнение, что... Вот, кстати, вы говорили... Давайте, давайте, прошу вас, простите. Ну, это просто... Это просто... Ну, неплохо. Ну, задавайте тот, который хотели. Хорошо. Бытует мнение, что нельзя доверять человеку, у которого телевизор больше книжной полки. Так вот, у вас телевизор больше книжной полки? Нет, у меня телевизор меньше, чем книжная полка. И больше, у меня телевизоров меньше, чем книг. Вот, собственно, и все, да, ничего, книг. У меня много книг. Но я, знаете, что сделал? Я пошел в магазин букинистический, купил, как называется эта серия? Мировая... Семейная литература. Вот это, с Пегасом. Да, 260 томов. Да, у меня с детства ощущение, что признак интеллигентного человека, это когда у меня дома стоят вот эти суперобложки. Ни одной книги я не открыл из этого, потому что там, во-первых... 50% это туркменские эпосы. Ну не 50. Ну хорошо, ну много. Ну много. Ну согласись, сейчас, я понял, что это зря, но когда я заставил верхнюю полку, вот я стою и поворачиваюсь к телевизору, и я начинаю смотреть телевизор. Так, прошу вас. Да, да, да. Нелли, Высшая школа перевода, третий курс. Кого вы считаете самым главным конкурентом? Конкурентом? Да. Это вопрос... Я бы даже добавил, и с кем из телезвезд вы дружите домами? Ну мы домами, да. Я дружу со моими, во-первых, мы дружим с всеми сотрудниками моей передачи. Нет, из телезвезд, я имею в виду. Ну, там вот, хорошо. Не буду называть. Хорошо, я дружу, ну вот все, с кем мы делали «Прожектор» Принц Хилтон, мы являемся друзьями, мы ходим друг к другу на день рождения, мы созваниваемся, мы встречаемся, мы дружим, наши дети делают вид, что знакомы. А конкурент, да. Кто, кого конкурент? Ну, как-то это, в общем, какое-то такое большое поле, когда такой большой выбор, тут как-то... Мне сложно вам ответить, я не знаю. Ну, я стараюсь, мне хочется сделать вид, что мы все как-то по отдельности, что мы все разные достаточно, все люди, которые занимаются телевидением. Вот. Конкурент – это тот, кто заходит в тебе в программу и мешает тебе вести. Ну и, в общем, такая жесткая... Конкурент, наверное, это каналы. Я считаю конкурентами те программы, которые стоят напротив меня в телевизионной сетке. Вот, наверное, это мои конкуренты. А это сериал «След», «Дом-2». И Владимир Соловьев иногда. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. В связи с вашей популярностью. Да. Как вы находите места, где можно спокойно отдохнуть своей семьей? С детьми, так сказать. Чтобы вас не обзревали долго по кормикам. Это иллюзия. Это большая иллюзия. Многие видят детей и говорят, у нее дети, ну все, пошли. Прошу вас. Да-да, вот вы. Вот вы как будто с баррикады. Прошу вас. Курс физического факультета. Я знаю, что такое выгодно. В общем,
считаете ли, что вследствие каких-то рамок скоро, ну, может быть, вы и вообще все телевидение уйдет в интернет? Ну, как мы с вами знаем, и вы, как студент физического факультета, прекрасно понимаете, что и в интернете может быть цензура. Поэтому я, знаете, это сложно тут об этом. Самое страшное – это самоцензура. И когда ты сидишь, думаешь, ну нет, точно, эту шутку никто никогда в жизни, там, или эти лучше так не делать. Не-не-не. Потом не так страшно все это бывает. Иногда это совершенно, иногда все это проходит. Что касается, очевидно, что сейчас по телевидению говорить и показывать можно несколько определенный набор вещей, скажем, более узкое это поле, чем было в 90-е годы, но тогда чего только не было на телевидении. Вот. Многие говорят о том, что ну вот зато когда вот такой контроль идет со стороны государства и прочего, то тут-то как раз и начинается подъем культуры. Появляется «Таганка», «Современник», Данелия, Тарковский и прочее. Мы посмотрим. У нас с вами, друзья, есть время в этой стране проверять все это на себе. Вы бы хотели, чтобы была цензура? Нет. Да, нет. Мне бы хотелось, чтобы вы определились, как минимум. Иванович, извините, у меня вопрос к представителям учебной части Высшей школы телевидения. Мы не срываем занятия для наших студентов? Срываем. Нет, сейчас у них. Вот осталось нет, точно? Давайте три вопроса от студента школы телевидения. Кто студент школы телевидения? Так, давайте, Ваня. Алексей Сафас, бакалавриат школы телевидения. Конечно. Поделитесь, пожалуйста, своим первым опытом работы на телевидении. Первый опыт на телевидении. Во втором классе школы меня пригласили сниматься в передаче, которая называлась «Там, где живет паутиночка» на ленинградском телевидении, где я в толпе школьников бегал за троллейбусом в шапке петушок. Когда я пришел к бабушке, и меня показывали по телевизору, я закричал: «Бабушка, смотри, вон по телевизору показывают мой петушок». Бабушка смеялась. Ну, из артистической семьи, ну, понятное дело, что... Это... Хорошо, вы учитесь в школе телевидения. Все. Ван, как вы себе такой сильный голос, мощный голос? Я хочу иметь такой же голос, как у вас. Если есть пару советов относительно дикции... Ну вот тут мне помог, здесь мне помог театральный институт. Но я, кстати, неправильно голосом пользуюсь. У меня сейчас, мы говорим, полтора часа, у меня он начинает подсаживаться. А вообще, потому что здесь, несмотря на хорошую акустику, послушайте, ну есть приборы. И есть педагоги. Ну, есть, ну, придите в любую театральную академию. У нас преподают. Преподают же ты, да, да? И движение, и у Варьки Вертушки, да, во рту ватрушки, да? Ну, все, да. Ну, и, конечно, там. В жизни я говорю очень тихо. У меня вот, знаете, у меня вот как мне 6 лет исполнилось, голос не менялся с тех пор. Как я могу сказать? В детстве тоже, я не знаю, я не замерял в детстве свой голос. У меня какой стал, такой стал. Ну, наверное. Я не пользовался никакими методиками работы. Но я думаю, что вы, если вы поставите себе такую задачу, вы сможете существенно улучшить и без того неплохую ситуацию с вашим голосом. Спасибо. Так, давайте. Прошу вас. Спасибо. Мария Самойлова, второй курс магистратуры в ШТЭ. Иван, скажите, бывает такое, что гости обижаются на ваши шутки, и доходило ли дело до суда? Подавали ли они суд искренне? Нет, с телевидением судиться себе дороже, не пригласят потом. Нет, никогда такого не было. Ну, слушайте, ну это правда, это конечно, надо бы постараться, если бы люди решили так делать, это себя зарекомендовать с очень странной стороны. Не знаю, на меня никто... Я надеюсь, что те люди, которые меня обижаются, не показывают вид. Прошу вас. Вот вы... Да. Татьяна Ульянова, ВШТ, первый курс бакалавриата. Продолжает тема о гостях. Иван, скажите... Вот есть кто-нибудь из ваших ургантовских гостей, кто вам лично запомнился больше всего? Мне все. Я помню последних 5 человек. И, а дальше провал, и все обрывается, и падает. Кто-то впечатлил вас, может, чем? Все меня впечатляют. Я не могу, мне часто задают этот вопрос. Я могу вам сказать одно. Из тех людей, которые были, все интересны. Если кто-то был не очень интересным, я в этом вижу прежде всего. Я человек рефлексирующий и самоед. Поэтому я в этом вижу свою вину. И, значит, я что-то не доработал. Начинает звенеть ключами ваш руководитель. Пора запирать помещение. В общем, я могу сказать, что, не знаю, Фанни Ардан. Самое необычное, когда ты ожидаешь одно от человека, а оказывается другое. Вот Фанни Ардан как-то неожиданно мне произвело какое-то впечатление. В ней какая-то невероятная глубина
магия большой женщины, большой актрисы. Вот мне так показалось. Это один из там сотни примеров того, когда мне было очень интересно. И не умаляет совершенно достоинства всех остальных гостей. Вы будете последняя. Подумайте, прежде чем задать этот вопрос. Шевченко Лиза, первый курс, второй курс, бакалавриат. Как вы быстро перешли. Вот, часто такое бывает, что ведущий, ну, когда он только осваивается на телевидении, часто экает, когда думает, что сказать, или у него появляется какой-то дефект речи. Было ли у вас такое, или какие-то проблемы с дикцией? У театральное образование у Ивана Андреевича, но ему все исправили, что было еще там. Видите, экать тоже можно по-разному, поэтому я хочу сказать, надо все свои дефекты превращать в свои достоинства, и все. И очевидно, что если человек говорит интересную, хорошую, не только ему интересную какую-то мысль, я готов просить любое эканье, если за этим эканьем что-то будет дальше. Да? А есть люди, которые блестяще выражают, при помощи фантастической дикции, голоса, глубинного речевого аппарата, с невероятной прической, с загаром, в роскошных костюмах молотят и морозят такую чушь, что становится стыдно. Либо банальности. Пошлятину. Банальности. Нет, как раз телевидение позволяет с дефектом речевой сделать твоим достоинством, отличительным знаком. Это абсолютно точно. Спасибо всем вам большое. Приходите, пожалуйста.